Чикина впервые на нашем фестивале. Но ее песни давно знают и любят. Ее слышали на фестивале, ее записями обменивались обнинские любители авторской песни. И вот она наконец у нас в гостях. Ольга Чикина, город Рязань. Всем привет. Как бы я была царица, я была бы без царя. Не пошла бы за кустурицу, не пошла бы за хпыря, не пошла бы за медведя, не пошла бы за козла. И за вас бы, дядя Федя, я бы тоже не пошла. Я бы страну свою любила, я бы пеклась о ней весь день, я бы туда, сюда ходила и блюла бы всех людей. Чтобы много не бухали на заре большого дня, у меня бы все бы пахали у меня, просыпались бы с рассветом и скорее на поля. Будь ты Паш, или Свет, или даже Джемиля, будь ты сам товарищ Троцкий, или чья-нибудь сноха, лишь один Иосиф Бродский у меня бы не пахал. Секретное слово, но оно имеет расшифровку свою. Придумали этот орден
два замечательных украинских сочинителя, Алексей Бардин и Олег Лубягин. И расшифровывается это таким образом: танцевальная авторская песня и кое-что еще. Вот. Вот сейчас как раз я вам какую-то творческую продукцию вот из пространства этого ордена пытаюсь показать, потому что тоже принадлежу к нему. Такой акустический винтаж такой вот, танцевальный. Какие руки, голова и ноги, в ней всегда прекрасно все, что можно. Она выходит и глядит туманно, это вышло тоже хорошо. Какие руки, вот и он выходит и глядит тепло и осторожно. И все готово для большого танго любви, опасный большой. Сердце стать большим и жарким, и сгореть от этого кошмара. Так что же, бог с ним, мы танцуем танго, чтоб была опасная любовь. А где-то, где-то в объятиях синевы веселится Аргентина. И танцует, пока она жива, и страдает, как впервые. Это танец, пока еще живых, это вечная картина.